Ребята, продолжаем урок русского языка, раздел «Путешествия». Тема урока – виды транспорта. Цель урока, ребята – описывать увиденный, услышанный сюжет своими словами. Читать целыми словами знакомые слова. Отгадайте загадку, ребята. Четыре колеса, резиновые шины, мотор и тормоз. И что это? Машина! Молодцы, ребята, очень хорошо. Виды транспорта. Какие виды транспорта вы видите, ребята? Вертолет.
спасает, да? Для чего нужна скорая помощь? Скорая помощь, она спасется людям. Живот болит, и больницу она везет. И больницу везет, да? А полицейская машина? Полицейская машина, которая вора, она спижется, и полиция машина хватит его. Молодец, очень хорошо. Трактор. Что делает трактор, ребята? Что делает трактор? Трактор, она пшеницу везет. Он пшеницу везет, да?